Его святейшество Гор Говинда Махарадж говорил, что если вы плаваете на поверхности океана, то вы получите только рыбу. Но если вы нырнете глубоко в океан, вы получите алмазы. Поэтому океан называется Ратнагарбха. На самом деле, так много людей, по моему мнению, если находят время, чтобы регулярно изучать комментарии Шрилы Прабхупады, то мы должны размышлять, осмыслять, иметь план действий. Все эти вещи необходимы, чтобы мы смогли получить полноценное питание с них Шрилы Прабхупады. Поэтому первое, что мы делаем, это шраванам. Прабхупада приводил пример коровы, говоря, что корова сначала проглатывает жвачку, потом сидит на одном месте. У нее 4 желудка в теле, и она из одного желудка переводит в другой, размышляет, потом в другой осмысляет, потом в конце на выходе вдает молоко. Прабхупада говорит, что преданные также сначала слушают много лекций или читают много книг, а затем сидят и размышляют, и происходит озарение. Размышляйте, посмысляйте, и потом составьте план действий. А затем, потом тому, как корова дает молоко, Прабхупада сказал, что мы должны проповедовать. Корова кушает хорошо и также дает молоко. Так же и Джанмасартха Карикара Паропакара. Мы также должны делать это. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare.